Всем доброго времени суток и печенек побольше! С вами, как всегда, я, Дел. Сегодня мы начинаем наш летсплейчик по игре Mirror Age. Это моя любимая игра. И мне пофигу, что ее уже все прошли на 15 раз. Они уже забыли давным-давно. Но я никогда не вспомню, не забуду то время, которое провел в этой игре. Думаю, особо говорить о сюжете не стоит. Смысла нет. Все и так знают, о чем здесь, как все произошло. Ну и в моем монтаже так более-менее еще история рассказывается. Собственно, поэтому давайте сразу же и начнем. Я в эту игру не играл, наверное, год, поэтому я решил не пропускать обучение. Что, собственно, вот. Ладно. Дубль 2. Давай, давай. Да что ж ты будешь делать? Чё ты не допрыгиваешь-то? Нормально. Доски. Так, вон она. Вот она. Дуй за ней. Дуй, дуй. Привет. Здорово, красавец. Привет, Фрейд. Снова в боя? А чё нет? Не думала, так скоро тебя увидеть. Ну все, дайте я уже прыгну. Сейчас мы ее догоним. Опа. Так, что здесь? Так. Так, давайте-ка немножко графончик поубавим. Компьютер-то старенький. Так, собственно, я все сделал. Стало гораздо лучше. Определенно. Как-никак, я просто переехал сейчас из родного дома в общагу. Здесь у меня стоит широкоформатник, и получается, мы пишем сейчас в качестве 1080, поэтому немного и разрешение, конечно, в играх поменялось. Там с привычных для меня 1280 на 1024 на 1980 на 1080. Это гораздо, да не гораздо, а очень сильно сказывается на производительности в играх с таким-то разрешением. Зато на качестве видео сказывается лучше. Да, да, чё, да, чё не так-то, ё-моё. У меня какие-то проблемы с недолетами вообще. Давай, давай, быстрее ползи. Так. А, ещё раз. О! О! Следующий шест. Красная гильда. И наверх. Ползем, 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 ползем. Еще ползем. Еще. 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 Нормально. Не, ну таким макаром эта серия только про обучение будет. Да ладно. Так. Пробел, кью, пробел. Все, нормально. Теперь сюда. Теперь сюда. Тихо, тихо. Не хотел бы я отсюда упасть, если честно. Не, на нее-то пофигу, а вот сам бы я не хотел. Яблочко. Ае. Не, ну ноги-то подгибать мы умеем, да, умеем. Ю-ху! А
Остался еще порох в пороховницах. Так, теперь наверх, да? Так вот, если... Давай, что ты от меня хочешь теперь? Мерк хочет, чтобы мы устроили спарринг, Фейд. Ну, ты его знаешь. Готова? Давай, начали. Это без базара. Нана! 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 В прыжке, ладно. По мордасам. Хорошо. Очередная подсказка. Топку. Итак, Фейд. Перейдем к безоружию. Волына! У нее волына! Видишь, все на пол, быстро на пол. Моя волна. Фейд, если уж лезешь в драку, то старайся отрезать их и разбираться по одному. Ой. Прилетело по мордасу. Ой, опять прилетело по мордасу. Печеньку получила, да? Печеньку получила, да? Ладно, хватит тренировок, девочки, пора за работу. У Дрейка для тебя задание, Цел, он уже ждет. Фейд, дай мне знать, когда будешь готова к проверке. Проверки? Тебе чего этого не хватило, шеф? Да. Так, конечно, играть дальше. Наши не сдаются. Глупые вопросы задают какие-то. Ролик мы смотреть не будем, смысла нет. И, наконец-то, свобода! Делаем, что хотим! Так. Так, но суть остается прежней. Нам серию нужно записать покороче для начала. Поэтому просто быстренько сейчас побежали, и все, а там уже разберемся. Так, дальше. Теперь сюда. Давай, детка, ползи шустрее. Так, сюда. О, похоже на фалоса. Отлично, Фейд, ты показала хорошее время. Стрелец уже на месте. Продолжай двигаться к антенне. Перебросишь ей сумку, дальше она сама разберется. Давай, красавица, лети! Полетели. Так. Блин. Кровь! Фейд, ты обнаружена. Вертолет новостей засек копов, и они направляются к тебе. А когда успели ты меня обнаружить? Сюда. Нет. А если сразу? Нет. Сюда. Так вот. Теперь туда. Сумочка. Тынь-дрынь-дрынь. Прикольная музыка. Так, а собственно нам куда? Нам самим-то куда? А, вот. Давай ползи. Возможности избегайте врагов. Да без базара. При первой же возможности буду избегать врагов. Опа. Четверо на одного, да? Да? Сосали. Не догонишь. Какого черта происходит? Я слышу выстрелы, да и птички тоже слишком любопытны. Так, налево. Стоит уже рядом, приготовься. Вот под мостом. Хе-хе, лохи, не успели. Ай, блин, душа-то как. Ясно.
копы, ты должна прорваться через них. Да без проблем, сейчас. Так. Не-не-не. Так, где мышь? Мышь? Ай, и это? Мужик, атакую объект! Да, так, все. Немножко шутера. Готово, Дэл? Да, я уже вижу, Фейт. И... Последний прыжок, давай! Отлично. Двигайся, Терезия, к вам направляются еще копы. Да сколько давай можно же, этих копов? Копы на хвосте. Эй, кидай мне сумку. Да подавись свои сумки. Так, пакет у меня. Осторожней, они не шутят, Сэл. Все путем. Сваливаем. Ух, бля, спецназ. Вот только вас, ребята, не хватало, вот, честно. Давай, давай, давай! Ты должна уйти с этой крыши, Фейс, плевать, как ты должна, давай! Давай, родной. Давай! Отлично. Вот она наша красавица. На одной руке висит гром, баба. Какого черта началась пальба? Чего ты там натворила, Фейс? Ничего. Они просто начали палить. Что же, черт возьми, происходит? Я пораспрошу людей. Тащи свой зад обратно на базу, Фейс. Ладно. Сейчас притащу. Не проблема. Да ладно, давайте, лишнего не будет. Думаю, посмотреть ролик. Чтобы суть какую-то уловить. Мало ли, кому-то надо будет. Что маловероятно. Очень маловероятно. Повторите, офицер Коннорс! Направляюсь к Поупу, Роберту Поупу. Он заявлял о взломе на прошлой неделе. 56-я Вест Арланд Драйв. Сообщите лейтенанту Миллеру. Принято, офицер Коннорс! Коннорс, конец связи. Привет, сестренка. Ты там, малышка? Да, мэр. Курю, сидишь и слушаешь их болтовню. Сам знаешь. Ты ж попробуй вздремнуть. У нас был тот еще денек. Постараюсь завтра узнать, что нашло на копов. Отчего у них пальцы на курках зачесались. Я заскочу попозже, хорошо? И не раздави пиццу. Мне нравится, когда она пышная. А, понятно. Пока, Мерк. Сожрала, бля, всю пиццу. Всем подразделениям прибыть на 56-ю Вест Арланд Драйв. Соблюдать осторожность! Не сидится тебе на месте вообще. Эй. Мерк. На связи? Подключай канал, следи за мной. Ушла, не попрощавшись. И даже пиццу не оставила. Стерва. Почти на месте. Как решишь сообщить мне, где ты и что, черт побери, происходит, я весь внимание. Это моя сестра. А, ладно, посмотрю, можно ли что-то выяснить. Погоди немного. Так. Давайте, наверное, на этом и завершим. Будем просто по голове быстренько проходить. А много времени это не займет прохождение. Я, в принципе, что-то помню. Слушай, красиво, да? Поэтому всем спасибо, кто просмотрит это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.